Фестиваль «Чеховские открытия» для Таганрогского института имени Антона Павловича Чехова стал уже традиционным. В нем принимают участие самые творческие студенты первого курса. Подготовка к финальному концерту шла несколько месяцев, и на отборочном туре были выбраны самые яркие творческие номера. Каждый факультет принимал участие в чеховских открытиях с большим удовольствием, представив не один и не два номера. В этом году фестиваль прошел под названием «Как говорит Чарли». Номера сменяли друг друга, как кадры кинофильма. Громкими аплодисментами зрители встречали каждого, кто выходил в этот вечер на сцену. И независимо от того, был ли это хореографический, вокальный номер или авторское произведение, он был наполнен чувствами, эмоциями и яркими красками. В фестивале были представлены 6 номинаций: вокал, хореография, театральное направление, авторское произведение, конферансье и оригинальный жанр. В завершении мероприятия ректор института Ирина Голубева отметила, что он пополнился новыми талантами, а также пожелала всем студентам дальнейшего творческого роста. Все победители и лауреаты фестиваля были награждены грамотами и кубками. Весь вуз с нетерпением ждет этого праздника, потому что 1 сентября старшекурсники готовят для первокурсников концерт для того, чтобы те, кто пришел в наш вуз, увидели, куда же они попали. Потом дается небольшое время для того, чтобы первокурсники немножечко адаптировались и показали, на что они способны. Я думаю, что мы можем с уверенностью сказать, в этом году вуз пополнился молодыми, креативными, талантливыми студентами. И уж точно нам не будет скучно. После окончания фестиваля участники и гости долго не расходились, фотографируясь на память. В настоящее время Таганрогский институт имени Антона Павловича Чехова занимает одно из лидирующих мест в культурном, научном и образовательном пространстве Донского региона и всегда способствовал развитию и росту творческого потенциала своих студентов.